Николай, давно не виделись. Новое задание? Я тоже рад встрече. Хорошо, что прислали тебя. Поручение опасное. Нам сообщили, что у кого-то из царской семьи хранится старая шкатулка. Очень ценная. Возможно, частица Эдема. Царская семья в Екатеринбурге. Под охраной. Их охраняют простые люди под началом местного комиссара. Но все равно будь осторожен. Если это та шкатулка, которую мы ищем, за ней придут тамплиеры. С ними я справлюсь. Это последнее задание. Потом я смогу вернуться к своей семье. Давай, это последнее задание. Не скроешься, мы тебя найдем. Я там был утром. Поверь мне, ничем хорошим для царской семьи это не кончится. Заборов каких-то нагородили. В сад их не выпускают. Чтобы сбить его с толку, можно погасить свет. Признаться за тем, что творится, не слежу. Обратно-то не собираешься? Разве что в гробу. Уж лучше застрелят. Добровольно я туда не вернусь. Почему? Думаешь, там хуже, чем везде? Да езжай да посмотри. Там живут те, кто хочет разбогатеть любой ценой. Или те, кому больше нигде места не нашлось. Про разбогатеть вроде заманчиво звучит. А дальше? Времена меняются. Только что вон, целая империя рухнула. Говорят, из-за всей этой суматохи от нас то одни отколятся, то другие. Это ты о чем? Ушел, что ли?
Он расклеился. Надо за ним присматривать. Да точно. Расслабься. Можно проехать на крыше трамвая. Дальше никто не поедет. Все на выход. Черт, проверка. Надо быть очень осторожным. Что это было? Показалось, что ли? Нужно перейти на тот берег.
касалось. Хорошо. Вот бы и дальше так. Чтобы нас касалось. Хорошо. Вот бы и дальше так. А ну назовись! Ассасин! Здесь! Чтобы нас касалось. Хорошо. Вот бы и дальше так. Хорошо бы пододвинуть платформу поближе. Хорошо бы пододвинуть платформу поближе. Ha ha ha!
он не уйдет! Все равно мы тебя найдем! Это еще что? Показалось, кто здесь? Ассасин! За ним! Вижу его! Хорошо бы пододвинуть платформу поближе. Пустите! От нас не спрячешься!
Надо устранить караульных, иначе убьют. Его. Видал, сколько народу у дома собралось? Ага. Внутрь они, конечно, не попадут, да это и не важно. Там такая охрана внутри. Больше на расстрельную команду похоже. А ты откуда говоришь? Из Омска. Путь отсюда не близко. Там же вроде сейчас белые обосновались. Надо попасть внутрь так, чтобы никто ничего не заподозрил. Если подмогу позовут, пиши пропало.
это толпа. И ведь ничего уже не поделаешь. Но задание я должен выполнить. Оттесните их! Не пускайте их в дом, пока мы не найдем шкатулку! Тамплиеры. Допросить их любыми средствами, потом убить. Тамплиеры хотят убить Романовых? Не будут же они в детей стрелять. Мне уж точно не стоит ввязываться. Свою бы семью защитить. Вот, найду шкатулку. И тогда, наконец, увезу отсюда Аню с Надюшкой. Вокруг полно тамплиеров. Ошибка может стоить слишком дорого.